Приветствую всех из Одессы. Сегодня 10 октября 2024 года. Время 22:32. У нас только что объявили воздушную тревогу. Причина сообщает о том, что был пуск баллистики с Крыма в направлении либо Одессы, либо Черноморска. Вот. Как-то так. Пока что все спокойно. Взрывов никаких слышно не было. Но только объявили воздушную тревогу. Буквально только что. Причем относительно пусков ракет сообщают, ну, скажем так, подтвержденные источники. Поэтому, скорее всего, пуск действительно был. И, скорее всего, действительно летит к нам. Напомню, вчера нас три раза обстреливали баллистикой. Было три прилета. В результате этих прилетов уже 8 человек погибло. И на завтрашний день у нас объявлен траур. На завтра. В Одессе 11 октября в городе объявлен траур. Пока что все тихо. Но, знаете, хотел сказать, что, надеюсь, не к нам. Такой вариант здесь не проходит, потому что, скажем так, подтвержденные источники сообщают о том, что вспышка была, сейчас будет взрыв. Только что была вспышка в небе. Подтвержденные источники пишут, что на Одессу, либо на Черноморск ракеты. Сейчас будет взрыв, только что вспышку видел в небе. Далековато, значит, еще вторая вспышка. Получается, да, ракеты было две. Далековато получается, что до сих пор звук не доходит. Сейчас вот только дошел первый и второй звук. Два звука только дошло. Пишут, что две цели было.